В Ивановской области откроют 3 новых кинозала в рамках проекта Фонда кино. В этом году ближе к киноискусству станут Приволжска, Гавпасад и Кохма. Средства в размере 15 миллионов уже выделили из федеральных источников по результатам конкурсного отбора. По 5 миллионов получит городской дом культуры Приволжска, районное клубное объединение в Гавпасаде, а также компания FM для создания частного кинотеатра в Кохме. К слову, в Кохме это уже 3-й кинозал. Напомним, в прошлом году оборудование для кинозалов появилось в Кинешме, Наволках и Комсомольске. А всего за период реализации программы открыто 11 кинозалов в 8 районах губернии. По опыту, билеты в таких киноцентрах дешевле, а посмотреть можно в основном отечественные ленты.